Вот чем мы зарабатываем. Так и есть. Пришла пора устроить шлепку шлепкам. Окей, в этой игре надо просто шлепать людей по заднице. Ау! Почему вы шлепаете только меня? Моя больше, у меня штаны, которые делают ее больше, смотрите. Оу, ты сделал операцию или... Я сделал BBL, по-моему, это называется BBL. Ништяк, чувак. Это выглядит так, будто я навалил в обе штанины моих шорт. Они еще так трясутся. Я жопастый боброс, сучка. Жопастый боброс. Чувак, просто я люблю шлепать парней, это будет наш маленький секрет. Просто ты забежал в кадр с такой гримасой на лице. Сколько раз нам нужно шлепать друг друга, чтобы нам сняли монетизацию? Стойте, стойте. О, мой бог. Как ты? Весь мир остановился, Марсел. Все просто побросали свои дела. Боброс трясет своим задом. Боброс трясет своим задом. Чувак, я просто представляю себе любой большой город в мире. Как в центре Нью-Йорка показывают это на всех экранах. Или по медиакубу на большом стадионе. Ладно, парни, готовы? На счет три все нажимаем G. Раз, два, три. Да! Вы слышите этот звук? Зайдите в аудио и выкрутите громкость на полную. Что это вы делаете? Что значит, что мы делаем? Присоединяйся! Да! Вот чем мы зарабатываем. Так и есть. Чувак, Эван капец как агрессивно трясет своим задом. Посмотрите на него спереди. Он капец как сосредоточен. Нажмите на H, тогда интерфейс пропадет, можно будет сделать заставку. Это ништяк. Вот что такое популярность. Популярность? Погодите. Какого черта? Как ты это сделал? Ловите бомбу-вонючку. Погнали! У всех по одной жизни и нужно шлепать друг друга. И это все? Поехали! Всего одна жизнь? Ладно. Да, одна жизнь. Ох, блин, ты такой быстрый. О, черт! Стоп, тут каждый сам за себя? Да. Жопобомба! Я достал тебя. Да, мне хана. Он такой валяется с торчащей жопой. Нет, ты ударил меня спереди, а не позаду. Да-да, походу он у тебя такой жирный, чувак. Оу, что такое? Газовая атака! Готуй сраку! Я отшлепаю тебя! Я уже отшлепал двоих! Давай, иди сюда! Давай, парень, я отшлепаю тебя! Нет! Это был только один раунд! О, я шлепнул всех! Это был такой стрёмный финал! Нагло набрал 3 очка! Я не знаю как! Я же не гей! Это только демо! Надеюсь, полная игра выйдет потом, и там будет только главное меню! Получай, сучка, получай! О, у призрака тоже большая жопа! Ты не достанешь меня здесь, бро! О, он может, он может! Нет! Мой зад! Я шлёпнул тебя! Я шлёпнул тебя, псина! Погоди, погоди! Давай, Эван, круг сужается! Да, это было жестко, чувак! Иди сюда! А что там? Что там у тебя? Жесть! Жопобомба! Газовая атака! О, это сработало! Где он? Он задохнулся и умер! Я задохнулся чертовым газом! Ты выиграл, ты выиграл! О, Марсел получил очко за одно убийство! Ништяк, а у меня по нулям, зашибись! А Эван, хочешь газку? Ты так сказал это? Да, чувак! Давай, шлепни его, шлепни его! Оу, что за черт? Я убил себя? Тебя убил невидимка! Оу, реально, он был невидимым! Да! Да! Да, погодите, оу. Я шлепнул ногу, пока я был невидимым. Оу, невидимка можно бить. Я отбил госбил меня. Да, точно. Я отбил госбил эту задницу. Что? Я ничего такого не делал, просто использовал два своих пальца. Ах ты, сучонок. Получай. Эй, я же ударил. Оу, что? Ты ударил меня сбоку. Так тоже можно? Да, вот так, получай, сучонок. Капец, ты врезал мне по жопе. Да, чувак. Сюда, сучка. Получай! Да! Еще одно очко! Что ты делаешь? Давай, давай! Оу, да ладно, чувак! Я тебя размотал!
Ладно, Марсел, ты сможешь, чувак, ты сможешь. Давай, Тайлер. Я не знаю, где он. А, вот он. О, неплохо. Паучья жопа. Круг сужается, круг сужается. Капец, ты подлетел. Он готовит приемчик. Оу, я проиграл ему, братан. Он врезал мне с разворота. Оу, стоп, я победил. О, посмотрите на этого ушлепка. Это только начало, вот увидите. Капец, как громко он шлепает жопой. Он щелкает булками. Жопотокены, денежки. Жопотокены. Да, тут нужно 100 баксов, чтобы получить 1000 жопотокенов. И купить новую анимацию пердежа. И игра вылетела. Ау, это больно. Какие тут еще есть режимы? Захват жопы? Захват жопы, было бы неплохо. Жопная гонка? Жопная гонка? Командное жопоизбиение? Найти отшлепать? Анальное доминирование? Обезвреживание жопы? Жопопрятки? Жопхант? Жопопрятки? Жопхант? Нет, я упал! Ты ждешь, пока появится бонус? Вы на разных концах карты, шлепайте уже друг друга! Ладно, Эван, приготовься к жопобомбе! Я иду! Давай! Кавабанга! Где ты? Я перед тобой! Он идет за тобой! Он перед тобой! Он там! Жопобомба! Жопобомба! О, как так? Я же ударил тебя! Он выбил из тебя все дерьмо! Охренеть, я убил сам себя? Я тоже. Чего тебе, сучка? Отвали, сучка. Ты хотел отфисить мой зад! Что ты делаешь, жопастик? А как же мой пердёж, бро? Чёрт, я завис, я завис! Я завис из-за пердежа! Марсел, он ударил тебя в пердеже, потом завис, и Эван так медленно к нему подошел и ударил. Эван подошел со скоростью жопки и шлепнул его по булкам. Марсел, я вижу тебя. Иди сюда, сучка. Что это была за хрень? Я упал, и теперь я мертв. Нет, это тупость. Эван трясет булками на горе. Где вы есть, парни? Чувак, рук уже маленький. Где ты? Оу! Нет-нет, получай! Оу! Ах ты, чертов ушлепок! Эван, ты не последний! О, черт! Эван, осторожно! Марсел, ты еще можешь спрыгнуть на него! Чего ты ждешь? Где ты? Нет! Кто же из нас победит? Придет полная жопа, сучка! А ну, получай! Оу, ты просто умер! Победный тверк! Нет, чувак! Попался, сучонок. Окей, бонус слишком далеко от меня. Вы зафигачили друг друга? Вы зафигачили друг друга? Мы шлепнули друг друга одновременно. Мы шлепнули друг друга и умерли. Дождь из-за Потокинов. Да, дождь из-за Потокинов. Надеюсь, на релизе появится командное жопоизбиение и шлеп-опс. Шлеп-опс. Может, будет еще режим зомби под названием Жопис. Что? Ну, типа зомбис, жопис. Это очень странно. Это звучит как-то стрёмно. А как насчет зомбулки? Зомбулки. Зомбулки, зомбулки. Зомбулки. Это уже звучит получше. Булкис, жопис. Зомбатоны. Зомбатоны. Зомбатоны звучит как будто хлеб для зомби. Чёртова тупость, как ты был готов к этому? Я всегда готов шлёпать жопы. О, мы вырубили друг друга. Так держать. Мне нравится этот тверк в конце. Нагло остался жив и не получил очков. Да, они даются только за убийство. Марсел, не делай этого. Не делай что? Ты же был передо мной. Да, но у тебя слишком большой зад, чувак. Что? Чувак, я даже не видел тебя. Я просто умер. Да, я спрыгнул на тебя сверху. Жопмен. А, да твою ж за ногу, чувак. Ах ты, сучонок. Почему я отношусь к этой игре так серьезно? Твоя аудитория ждет, когда ты наконец выиграешь. Чё, как подписчики, с вами Жоп Лириус. Да, проваливай, сучонок. Какого черта это было? Как ты шлепаешь так быстро? Я готовлюсь заранее. Бум! О, черт! Нет, нет, пердешь, пердешь! Его можно легко шлепнуть, парни, его можно легко шлепнуть! О, он отвис, он отвис. Я не очень люблю, когда все так просто. Я люблю, когда они сопротивляются. Этот чувак опасен! Вена жестко тебя отшлепал! Оу! Нет!
Это было жестко! У вас одинаковое количество очков! Я отпустил кнопку и телепортировался к твоей жопе, чувак! Это жестко! Это просто какой-то жопный телепорт! Да не может быть! Сорян! Тройная жопа! Мультижопа! Пленных не брать! Нет! А Тайлер хорош! Это бонус! Добро пожаловать на Жополимпийские игры! У него барьер! И Тайлер проигрывает в последний момент! Он взял самое имбовое усиление, блин! О, ты все равно победил, черт! Шопа-жопа, детка! Руки на стол, народ! Парни, если приблизить и посмотреть вниз... О мой бог! И уберите интерфейс, все уберите интерфейс, давайте играть без интерфейса. Ладно, по рукам. Он сказал это таким серьезным тоном. Сделайте так, чтобы жопы касались друг друга. Представьте, что вам нужно провести серьезную деловую встречу, и это ваша платформа для связи. Джентльмены, нам нужно обсудить наше слияние. Нам требуются определенные изменения. Сурокономические. Типа вместо того, чтобы использовать Zoom для переговоров, люди использовали бы эту игру. Играем без интерфейса. Я заряжаю свой лазер. Да ладно. Сорян. Эти ушлепки шлепнули меня в воздухе! Ау, я же могу летать! Что? Ты же был передо мной! У тебя 3 очка, чертов задрот! Не обязательно шлепать только сзади, можно шлепать спереди! Ты просто потный задрот! Да-да, мне так обидно из-за этого! Да-да, надеюсь, ты проиграешь! Надеюсь, ты проиграешь! Чертов ты мудила! Почему я тебя не шлепнул? Моя задница застряла в стене. Ты ее не достанешь, ты ее не достанешь. О, да, я забыл скрыть интерфейс. Это какой-то же апокалипсис. Апокалипсис? Да, апокалипсис, чувак. Это как апокалипсис, только еще хуже. Ты просто пролетел мимо меня и пернул мне под нос. О, мой бог, нагло всех шлепнул. Твою ж за ногу. У него 5 очков. Это же апокалипсис. Вот она, моя игра. Да, тебе подходит. Да, это точно, чувак. Иди сюда, Марсел. Гасите зеленого. Он получил еще очко. А что мне было делать, убегать? Да. Это моя игра. О, вау, он был на стене. Он был на стене. Я заметил его мелкую жопу. Я думал, что смогу спрятаться. Ты думал, что сможешь действовать по стелсу? О, да ладно! Нет! Не может быть, чувак! Это была какая-то жесть! Оружие массового запоражения. Оружие массового запоражения? Нам нужно провести вторжение. Где ты вообще был? Я был невидимым. Он спрыгнул и шлепнул тебя. Мы все равно проиграем. Это последний раунд. Хотя, если я убью всех... Фиг тебе. Мне нужно шлепнуть Марселла еще разок. Еще 2 шлепка Тайлеру и будет ничья. Этого нельзя допустить. Тебе лучше бить Эвана. Бей Эвана. Эван, давай. Давай, Эван. Давай, Эван. О, он улетел от тебя. Он что, снова стал невидимым? Осторожно. Да, да. Давай, иди сюда. Иди сюда, ты мелкий... Нет! Нет! Я шлепнул его, и моя игра вылетела. Какого черта? Она как бы намекает, что тебе уже хватит. Вот это тайминги. А может, ты сам сломал игру, чтобы нагло не выиграл? Буквально как только твой персонаж закричал, моя игра просто взяла и вылетела. Это был настолько мощный шлепок. Ладно, неплохо. В этом реально что-то есть. Сначала этот громкий шлепок и крик, потом этот крик, да, и потом Unreal Engine вылетает. Это был слишком мощный шлепок. Чересчур мощный. Тут есть режим под названием «Диггеры». Диггеры? Да, диггеры. Я уж думал, ты опять за свое. Диггеры.